Ну что, всем привет. Поиграем сегодня в Ghost Recon Breakpoint с случайным человеком, которого я нашел на просторах интернета. У меня там вроде сложность вообще ни о чем стоит. Да, у меня тоже. Не помню, какая стоит, ты что там. Сложность, тактика, боец. Вторая. На элите играть невозможно, на ветеране слишком сложно, но на бойце нормально. Так, все, с компа зашел. Так. Отлично, нормально. Заходи к себе в мир. Сейчас. Так. Приглашаю, я подключусь так. Так. А как тут пригласить? Нет, ты просто зайди. Ты просто зайди, ну, я к тебе подключусь. В саму игру уже или как? Да, именно. Потому что я вот в главном меню. Да, в саму игру заходи. А пригласить это еще Shift F2? F2? Shift F2. А, Shift. Потом общение и пригласить в игру. Если доступно. Так, я в принципе зашел, загрузился. У меня пока кнопочки такой нету. Могу только тебя пригласить. Поэтому давай приглашай. Так, Shift F2. Давление, общение. Так, ты не в сети. А, не в сети, сейчас, секундочку. А так? Так, вот теперь в сети все. Так, пригласить в игру. Отправлено. Коннекчусь. Охренеть, 163. У меня только 21. Но это уровень снаряжения, а сам уровень 52. Знаешь, бывает и больше, бывает и 250 там и выше. У меня вот друг с кем я играл, у него там 244 по снаряге и 62 по уровню. Где вот тут выход? Я сзади. Ага. По заданию или как пойдем? Или куда? Или может? Пойдем по заданию, можно будет побегать. Что тут у тебя открыто, что закрыто? Что есть? Я только, грубо говоря, начал. Тут еще все закрыто. Давай сюжетку побегаем. А
Пойдем на выход. Машинку возьмем какую-нибудь. Необычно вот так кем-то. А зовут-то тебя как? Меня Егор. Егор. А, ну да. А меня Влад. А, я что-то забыл. Будем знакомы. Так, пройти через ущелье. Сейчас тут машину можно взять. Или что тут? Тут вертолет, машина, мотоциклы. А чтобы взять машину, надо в лагерь, да? Сейчас в лагерь. Лагерь. В смысле? Нафига? Не, я хочу свою машину взять. А-а-а. Можешь тоже переместиться. Тут недалеко. Так. Ага. Где ты, чтобы увидеть? Я тебя вызвал. А, все, я увидел. Быстрое перемещение. Так, разбиваем лагерь. Сейчас запуститься можно будет. На часок. Так, пак с рюкзаком так остался, ну ладно. Ух, так, гараж. Что у нас тут есть? Нет. Так, подготовка. Определяемость ранения, выносливость, дрон. Выносливость, меткость, бонус опыта. Давай, выносливость. На час. Так. Что тут у нас? Тактика. Я медика оставлю на создание предметов. Ничего не надо. Что ты хочешь сделать? Ну я эту, как я, готовку. Бутс себе сделал на выносливость. Машинку взял. Хрена себе машинка. Да. Громко настройки. Так, 3 километра, ладно. Так, а стрелять? Хреном не стрелять. Вообще у этой машины должна быть турель, но что-то я и не вижу. И я не могу не высунуться, нифига, только выйти. А, сейчас доедем. Надо было броневик брать. Ну что ты такая неуправляема? Большая слишком. Да. А ты часто там в той группе, ну, искал или это хотя бы просматривал для этих, как, ну, хотя потом все же решил. Мало ли.
Я раньше ВКонтакте искал. Вот. Но... Там, когда этот... SnowRunner выходил в 20 году, я... Там одного хорошего человека нашел. Вот. Ну, мы с ним подружились, я... И в жизни тоже. Вот. Он с Нижнего Новгорода, мы с ним по России, так, по Москве, вот, танковый музей Патриот, под Патриот ездили. Вот, собираемся в Москву, потом я к нему летом собираюсь в Новгород приехать. Ну это хорошо, когда находишь вот так друзей, чтобы еще и в реале можно было. Да. Встретиться и тому подобное. Там что, хоть тут дорога метит? А, направо. Ходят не в положенном месте, да? Да. Сделаем так. Ну что, стелс? Давай попробуем стелс. Глушитель-то есть? Да. Так. Дрон, дрон. Сейчас пометим всех, кого можно. Тут народу не так много. Снайпер сидит. Ну да, не особо густо людей. Хорошо, хоть обычно, а не волки. С волками проблема убивать. Вот, хватит. Хуета. Так, люди. Чего? Тебе от меня надо? Эй, тебе сюда нельзя. Ползать везде и докладывать обстановку. А я... Враждеб! Тихо, вы меня не видели, Мощь. Ребята. Снайпер, снайпер, снайпер. Режим невидимки божественен. Так.
Да перелезет. Сейчас всех убьем и будем спрашивать людей. Какой противник? Вы о чем? Вот это. А, надо машинку угнать. Потом сразу. Наверху. Угу. Тут просадка по кадрам. 8,6. Не, у меня вроде все нормально, стабильно. Не, ну стабильно, 8,6 мало. Не так все плавно. Так, что надо? Рассмотреть жилой комплекс. Где человек, которого надо спросить? Что вы делаете? Человек, что-нибудь скажи. А ты вообще кто? Не трогайте меня. Доме. Так. Что-то. Смотреть. Чего? Я помню, раньше проходил двигание, оно у меня зависло. Вот так вот. А, где типа это? Вообще никак, да? Не прошлось. Что? Сейчас посмотрим. В каком-то здании он должен быть. Подсказка. В каком-то. А, вот. Ты нашел? Человека вот нашел, спросить. Не пугайтесь. Я ищу Джейса Скелла. Фокс попросил ему помочь. Он у себя на вилле? Не знаю. Обычно он работал в кабинете внизу.
Вход рядом с тоннелем. Как там доктор Фокс и Хармони? Все хорошо. Спасибо. Больше я ничего не знаю. Огромное спасибо. О. Наконец-то. Ага, вот здесь уже противников побольше. Больше, да? Угу. Сейчас через пещеру пройдем. Дактилоскопическая дверь. Надо сюда принести труп. Так, лестница на улице, да? На улице? Да, лесенка на улице наверх. А? Оп. Странный шум. Ты уже там. Тихо, ребят, не шумим. За тобой не угонишься. Тихо. Я в невидимку пока ушел. Контакт! Силы противника! Хорошо! Понял! Работайте! Ладно, прошу меня начать. Можно и пошуметь. Не уйдут поганцы! Я отправлю тебя в телефон! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Перезаряжаю! Стреляй! Получай! Точку! Так, поболтаем сейчас. Человечком. Рассказывай все. Я все рассказал. Не убивайте. Это пониже, да? Оп. Лутайся пока что. Ага, сейчас вернусь. То есть прыгну чисто случайно вниз. Дополнительное задание. Грузовик украдем.
Да я не знаю, давай. Мне его принимать? Да, 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 принимай. Эль. Не успел. Ну сейчас давай еще раз. А, это тот грузовик, который это. Угу, с медикаментом. Это задание фракции. Можно помогать ему. Дополнительный опыт и денежку получать. Залутаешься, беги ко мне, я сейчас отойду на минутку. Ага, сейчас. Ну, а еще чем ты, ну, как правило, занимаешься или увлекаешься? Хорошо, да, в компакт шаре. Классно. Но все равно хорошо, да? Ну, тут ты правда. Какие фильмы предпочитаешь? Ищу укрытие! Так, не как пассажир, как стрелок.
Не, не слышал сейчас. Фигня. А. Ну, игры это раз вместе играем, уже понятно. А медленный этот разворот, непривычный чуть-чуть, поворачивает медленно. Ох, ёб твою. Я чуть-чуть нас убил. Да? А. И ладно. Я возрождение ж будет по-любому. Бабах. Сорян. Кого ты? На джи вроде бы. Ты ни хрена себе. Да, вообще ни хрена. А ты, а, ой. Так. Да-да-да. Где ты, урод? Еще один где? Садись. Да никак, пассажир, как стрелок, ты можешь сесть. Спасибо.
А, все, понял. Не, я думаю, они тут по-любому будут. Да. Ты только это сильно быстро не убегай, а то я за тобой чуть-чуть не успеваю. Ошибки будут полностью устранены. И он сюда катится. Ага. У меня ничего. Все надоело. Стоять, смотреть на природу. На то. И на кого он согрелся? На тебя? Активировал дрон в этом секторе. На нем должен быть GPS-модуль, по которому можно отследить сигнал. Это было тихо. Второй едет. Да нет, вот он. Ух, твою ж! Да ты откуда взялся? Да ц...
Тут еще и турель у них. Теперь надо обсудить с Хиллом, что делать дальше. Стрелок. О, ракеты есть. Шикарно. Ага, походу да. Джосай, это что? Я нашел трупы наших. Джонсон. Уивер. Хорошие были парни. Но зачем это Уокеру? Он спятил. После у тебя тоже, да, Кэтстанш идет? Надо было его остановить. Вон был тем еще придурком. Да? Да. О, блин. Хотя но я вроде звук убавил. Нет. В наушниках. Что ты сделал? Я просто... Я думал, что по мне сейчас пальнут. Это наша деревня, Вон. По мне сейчас пальнут. Это союзники, идиот. Она была с оружием. Это союзники, идиот. У нее был ствол. Я никакого ствола не вижу. Ствол. Я никакого ствола. Нет, у нее было оружие. Видите? Я защищался. Видите? Да ты издеваешься. Я защищался. Хватит. И так столько времени на тебя потратил, говнюк. Нет, вы меня не кинете. Ты сам себя кинул. Нет, вы меня не кинете. Ты сам себя кинул. Вы меня гоняли. Господи. Вы меня гоняли. Я вас... А я пропустить добили. Нельзя. Я вас... О, да, да. Я все расскажу отцу про вас. Жалко это, мразь. К папочке пойдешь ныть. Только так и можешь. К папочке пойдешь ныть. А каждый раз, когда лажаешь... Обвиняешь в этом кого-то другого? Да. О, малыш, вообще хреново все, да? Папочка придет и подотрет тебе задницу. А? Вот что я тебе скажу. Папочки здесь нет. Нахер! Я хороший солдат! Я хороший солдат! Ничтожество. Сейчас вот еще громкость уменьшу. Эй! Тише, тише. Вон. Дай сюда винтовку. Ну же. А сколько декриспов? Что-то... Че, гляну. Где эта хрень? Уокер. Хватит с меня. Режим рации. Уокер, какого хрена ты творишь? Так нельзя! Чаще. По-моему, можно. И, кстати, если бы я не убил эту шваль, на нас бы могла напасть вся деревня.
Нет, так нельзя, Уокер! Ага. Так, шумоподавление, но оно включено. Да. Твоих показаний не было. Это спасло его от тюрьмы. Жаль, что не было. Мы бы не сидели сейчас по уши в дерьме. Нет. Все правильно. 50 нормально. Скажи это ребятам, которых он убил. Раз, два. Ты нарыл что-нибудь на Скелла? Вот это было в лаборатории. А, это же задание. Эта подземная лаборатория наверняка уцелела. Не знаю. Убить ты тоже. На машине или на вертолете? По километру. Управление. Блин, я управление. Засекли тебя, да? Нет? Где? Мне надо бы в магазин сбегать. Типа, так просто оставить ничего, да? Ну, ты-то тут в сессии играешь, значит, по идее, не должно отключить. Да, быстро. Тут недалеко, буквально минут 10 максимум. Ага. Землей. Так, а меня не было слышно, да? Угу. Странно как-то. Интересно, надо сходить глянуть. Так, он сейчас спускаться будет, да? Ага.
районе противник! А, противник! Вон там! Зачем ты? Какой противник? Никого нету. Фикушки. На нас напали! Ладно. Саботируем. Я вижу эту сволочь! Сейчас я им устрою! Так, опять что случилось? Сбросилась эта настройка. Thank you.
А. Альтом. Нас атакуют! Надо осмотреть. Похоже, у нас тут враг. М82. Смотреть подземную лабораторию. Как? А, сюда. Угу. Здесь тоже тихо. Тихонечко. Джей Скелл, мы знаем, ты здесь. Открой дверь, или мы ее вышибем. Мы все равно тебя достанем, понял? Лучше до... А! Джей Скелл? Надо уходить. Черт. Так, слушай. Мой позывной Номад. Наш отряд прислали выяснить, что творится на Ауро. Фокс сказал, тебе можно верить. Я в этом не уверен. Но те, кто охотится на тебя, хотят убить и меня. Так что мы можем помочь друг другу. Фокс заодно с Аяной Пури. Она же теперь директор. Работает на этих скотов. Нет. Он в пещере с Мэтсом Шульцем. В пещере? Ну там... там не так уж плохо. Я возьму твои вещи. Пойдем. Давай, надо уходить. Я виноват. Во всем. Но есть выход. Да. Я тут. С помощью дронов. Быстро ты. Операция «Цитадель». Сейчас «Цитадель» не дает нам уйти. Далеко от дома. Но она может освободить Ауро. Так. Скажи мне. А ты где? Какое отношение к этому имеет Уокер? К отцену смотрю. Он был наш военный советник. Он возглавил переворот. Ему нужны были только дроны. А я считал его другом. Да. Я тоже. А ты еще во что-нибудь играешь? У меня аж слеза навернулась. Пошел. Онлайн, и чтоб тоже можно было вот так вместе поиграть. Из онлайновского, ну... Outlast, вот третий.
Уокер. Он у меня не куплен, пока не могу. Рад, что ты цел. Он в России доступен, нет? Такая приятная встреча. Да, ты старался, чтобы ее не было. Пойми, Нома, тут ничего личного. У него есть важная цель. Ну, там достойная цель. Стоит, Псай, вроде не быть, будь дураком, он же предатель. Но он революционер. Ну, если брать, то только и мы после знаем, пятого. Как сделать мир у меня лучше. Зарплата после пятого. Сейчас как ты бы... убил моих ребят. Надо чуть-чуть поменьше. Убил Уивера. Трат. Ну что, последнее время слишком дофига. Мы стали... Сейчас еще, если воинами. Мамка в больницу как ляжет, то были стать? Точно нужно будет поэкономнее. Твои быть. Хозяева, они... Ну, как вариант, я могу World of Tanks скачать. Вариант. Если мне хочешь. Его тоже нужно обновлять. Да ладно, пока в это можем играть, чё нет. Ну, сегодня-то уж точно, только в одно. Потом, ну, в общем, да. Посмотрим, следующие выходные там. Как... Ну да, у тебя ж, смотря как работа пишет, тоже. Да. Грубо говоря, практически чуть ли выходных нету. На этой неделе вечером я не смогу поиграть уже. Я эту неделю вечер буду. Занят, да. Ну, работаешь, буду, да. Такое. У тебя ночные, да, смены? Ну, вечерние. Вечерние, да. Черт! Бессмыслица какая-то. Я знаю, что Сашин хороший. Да, блядь. А может и стоило, а? Что? Ты под землей, да? Слушай, ага. Они захватили остров. Украли мою компанию. Я не приняла. Сейчас да. Я по твоему пути. Тогда зачем ты потопил корабль? Просто они хотели вывести дроны. Эти дроны, может, самое страшное оружие со времен атомной бомбы. Мне пришлось. Я должен был. Не говорит, что все мне по обратку теперь идти. Ага. Попробуй так. Сейчас я тебя вызову. Вот этот. Присоединяйся. У меня что-то выскочить должно, по идее, да? Да. Ничего не выскакивает. Ладно, сейчас. Ну или ко мне в лагерь. Через сколько? Ага, так проще будет. Так. Все равно километр обратно ехать за этим дебилом. Ага. Так, это я. А вот он ты. Ага. Текущая зона в запрете. Блять. Значит, иди обратно. Сейчас приеду с тобой. Ты ладно, сейчас я выползу. Так. За вами приеду. Вы слишком далеко от Джейса Скелла, ну ладно. Сейчас будет близко. Дорога-то куда меня ведет? Ну я к тебе навстречу, в принципе, бегу. Хотя ты как-то иногда отдаляешься все равно. Я тут по дороге еду. А-а-а. Сейчас я в
быстро. Правила движения, все дела, да? Не, просто побыстрее по дороге ехать, нежели по пересеченке. Вот, бля, что случилось? Задание провалено. Охуели? Вы бросили скелла. Да. Пиздюк. Нормально. Сейчас заново, что ли, это, блядь, все делать? Ладно, сделаем. О, вести. Ты тоже тут, да? Я окружусь. Ну да. А. А, вот он. Да? Да, тут. На вертолете еще полетим. Давай на вертолете. Если что, так можно будет и не только во что-нибудь Черт. Играть вместе, так же посмотреть или еще что-нибудь. Я знаю Джесаю, он хороший парень. Ну да. Вы меня убили. Ну, а если может, ты сам не против, бы, конечно. Да я не против, я только за. Слушай, было бы время. Они захватили остров, украли мою компанию. Я не при делах. Найдем. Да? Тогда зачем ты потопил корабль? Просто они хотели вывести дроны. Эти дроны, может, самое страшное оружие со времен атомной бомбы. На следующей неделе я работаю с 3 до 12. Кто-нибудь пострадал? Мне сказали, есть погибшие. Домой я приду, там вообще. Мне жаль. Меня вынудили. 1:30. Пару недель назад они провели полевые испытания в Южной Азии. Дня, да? По ошибке убили ночи. Безоружных гражданских. А, с 3 ночи. Я хотел все свернуть. С 3 дня? Понял, с 3 дня до половины 1 ночи. Мне я... ничего другого не оставалось. Работаешь. Я знаю, на что способны твои дроны. Несколько поселенцев и сотрудников Skilltech хотели уплыть на лодке. Нет. А прошлой неделе утром не было. Что произошло? И выходные эти тоже. Бойня, вот что. Хорошо, хоть Фокс с дочкой спаслись. Я совсем не этого хотел. А утром ты, получил с 8 до... Это пещера, где нет, укрылась группа поселенцев. Нет, с 8 до 3. Фокс там с ними. У нас, видишь, как сделали, чтобы не было помещений смен, чтобы конвейер работал ровно там. Не останавливаясь, да? Ну, да, чтобы одни ушли, сразу другие пришли и начали работать дальше. Так, давай, скилл, иди сюда. А, его еще звать надо? Ну, он дурак. Чё он встал-то? Долбоёб. А, с ним поговорить надо. А. Охренеть! Принять. Мэтт, это Джей Скелл, глава Skilltech. Да знаю я, кто это. Сколько мы соседи? М? А ты нас заметил только, когда тебя прижало? Я был неправ. Я думал, вы хотите, чтобы вас не трогали. Рад познакомиться. Да. Фокс был прав. Это не Скелл прислал на остров Сентинел. Это Уокер. Теперь они ищут Скелла. Он знает, как вырубить дроны. Считаешь умно притащить его сюда? Мне отдать его волкам? Волки придут сюда за ним. Джейс! О, Хармони. Ты как? Не ранена? Нет. Мы так скучали. Ты останешься с нами? Хармони, я не знаю. Мэтс, ты разрешишь? Он должен остаться. Да, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Пускай остается. Клево. Включим твой компьютер. Мэтс, спасибо. Я сделаю для вас все, что смогу. Обещаю. Вы все уже заставили своими чертовыми компьютерами. Ничего. Кстати говоря, ее отец хотел тебе что-то показать.
Не, я в наушниках хожу по комнате, просто перейти не могу. Ага, ну ладно. Чё там говорил? Еще раз. Да я тебя потерял просто. Я видос смотрел. Ага. Это можно этого не делать, наверное. Я уже это видел. Ну что, поехали дальше, Фокс. Ага, поговорить со скиллом о плане. Болтовня начинается. Куда же без болтовни? Ладно, Гений. Я могу воспользоваться уязвимостью в диспетчер. На вулкане ты был? Это где? Это справа вверху на карте. Голем Айланд. Туда можешь смотаться. Нет. Сейчас смотались. А задания в принципе принимаем или пусть висят пока? Так, полазим. Да, пока просто полазим там. Там вулкан красивый. Сейчас туда быстрое перемещение. Лагерь поближе. На вертолете доедем. Налетим. Там просто, если вплавь, очень долго. Да? Ну, он на приличном отдалении там. Сколько там? В смысле, а че я не могу переместиться? Почему мне нужно пешком идти, бля? Ты где? Аж 12 километров. А вот ты в лагерь-то ко мне присоединись. Не? Можешь? Сейчас тебя потерял. Вызову товарища. Вот. Ага, все, вот, быстрое перемещение. К тебе могу. Угу. До острова от меня 14 километров. Вот мне нравится в этой игре, что огромное просто пространство. Куда хочешь ходить? Надо. Открытость это, ну, с одной стороны, хорошо. Да. Так, ну что, стандартный. А, я пока посмотрю, что у меня в снаряжении. Тут-то. Надеюсь, нас туда пустят. А могут не пустить? Ну, по сюжетке может не пустить, но посмотрим сейчас. Тут же типа дроны, которые не выпускают с острова. Ну, сейчас проверим. Так, ты уже убежал, сейчас бегу. Ни хрена себе вертолет. Большая штука, большая. Сейчас проверим, если у нас слетятся дроны, то нам пизда. Значит, нам туда нельзя, да? Да. Вон вулкан виднеется. Дым. Да,
Ты это, если что, что-нибудь спрашиваешь. Мало ли, если интересно. Ну, ладно. Буду думать, что спросить. Ладно, не обязательно думать.